Начать пресс-конференцию Вячеслав Логинов решил с рассказа о нововведениях. Сообщил, скоро народные избранники смогут голосовать по видеосвязи. Такой формат рассмотрения законопроектов внедрят в течение этого года. Применять дистанционную процедуру будут только при обсуждении федеральных законов. Но прежде депутат должен будет выразить свое мнение на бумаге. Мы хотим прийти к тому моменту, учитывая то, что депутаты все разные, кто-то бизнесмен, кто-то учитель, учитывая то, что момент есть отпуска, мы хотим, чтобы все депутаты участвовали в законодательском процессе. Неважно о том, присутствуют они в законодательном собрании или не присутствуют. Для этого мы пробным вариантом, бумажным вариантом, запустили систему удаленного голосования. Что такое удаленное голосование? Это когда депутаты, как правило, которые участвуют в удаленном голосовании, они присутствуют на комитетах. Но, учитывая, еще раз говорю о том, что есть бизнесмены, есть учителя, есть командировки, есть просто болезнь. Вот. Депутаты, обсуждая вопросы повестки дня, уже в моменте прохождения комитета дают свое отношение к тому или иному законопроекту либо постановлению. Но когда они уезжают, нет возможности на сессии выразить этот голос. И в этом случае они имеют возможность заполнить пакет документов, принести его лично до отъезда, так как у нас повестка подписывается за неделю до заседания, и поучаствовать в работе заседания, проголосовать за данный законопроект. Кстати, в дальнейшем народные избранники смогут участвовать в сессиях Заксобрания онлайн, используя лишь телефон или планшет. Для этого создадут защищенный канал связи. Обратную связь наладят и с жителями. В прошлом году опробовали выездные совещания в районах. Теперь обещают проводить их чаще. В рамках формата выезда мы взяли практику, которая была до этого. Это дни депутата. Они, как правило, тематические, они готовятся. Мы смотрим либо образование, либо здравоохранение, либо ЖКХ. Проезжаем по объектам, собираем глав и заместителей глав, а также председателей советов. В этом году работы будет еще больше, в первую очередь по реализации задач, которые в своем послании к Федеральному собранию поставил Владимир Путин. Они касаются жителей всех регионов, в том числе и Амурской области. Ольга Сысой, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.